Пять дней, пять городов, пять православных святынь. Так выглядел план паломнической поездки под названием «Белая Русь». Участниками путешествия стали члены мотоклуба «Ночные волки». Байкеры посетили святые исторические места русской и белорусской земли, принимали участие в службах, а также преподнесли в дар храмам и монастырям православные иконы, которые были привезены из других паломнических поездок. Смоленск, Полоцк, Минск, Гомель и Брянск. Именно эти города с богатым историческим и духовным наследием составили маршрут паломничества байкеров. Выехав из Москвы, мотоциклисты посетили Спасо-Преображенский Авраамиев, Спасо-Ефросиньевский, Свято-Тихвинский, Свято-Никольский и Свято-Успенский монастыри. Брянск стал завершающим городом в поездке по святым местам. Насельник одного из монастыря сказал, говорит, ой, как мне радостно в православии видеть молодые лица. А мы же с собой много молодежи возим, начиная с такого возраста, там, и постарше. Самый юный паломник-байкер – пятилетний Никита Романовский. По святым местам ездит далеко уже не первый раз. И дорога для него – дело привычное. Он с самого детства у нас. Он еще когда был в животике у мамочки, он уже ездил по православным местам, как паломник. Благодаря таким паломническим поездкам множество молодых мотоциклистов из клуба открыли для себя православие, пришли в церковь. Молодежь тянется там, к вере, тянется к этому действу, то есть не сидит там в планшетах там, или еще с какой-нибудь ерундой, то есть оно как бы занимается там, своим духовным, там, культурным, там, историческим развитием. Паломничество «Белая Русь» совершается также во славу героев Куликовской битвы, совершивших подвиг ради земли русской, и ставит своей целью сохранение и развитие исторического и культурного наследия Отечества, его духовных традиций и ценностей.